Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Говоримо про ситуацію на фронті. З нами на зв'язку військовий аналітик, а також офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Ігаль, добрий день, вітаю вас. Да, добре. Хотів би розпочати, напевно, з такої точки найпекельнішої в Європі, Бахмут. Ви також вже про це неодноразово говорили. Втім, вагнерівці намагаються прорватися в центр Бахмута. Це заява генерал-полковника Сирського. Наскільки, в принципі, близький ворог, щоб взяти місто? Смотрите, ситуація там сложна, це не новость. Об этом говорят чуть ли не каждый день во всех СМИ. Вместе с тем, нужно понимать, что украинские силы там, это ведь у нас не батальон или одна бригада, то есть там большие силы находятся. То есть вопрос не стоит так, что сегодня они заявили, что начинают штурмовать, а завтра они берут центр города, например, форсировали там эту Бахмутку и так далее. То есть так это не будет выглядеть. То есть это процесс. Мы должны видеть, как дальше реализовывают украинские защитники свои планы по обороне. Там есть очень четко озвучено, кстати, тот же Сирский упомянут, очень четко озвучивал о том, что есть желание и для контрнаступления, и планы в том числе, и в том числе есть определенные планы по обороне города, то есть приняли решение его не оставлять. Если приняли решение его не оставлять, значит, есть какая-то информация, которую мы не знаем, но знает штаб о ситуации там. То есть вопрос не нужно ставить так, что насколько вот они быстро сразу могут вот захватить центр города, прорваться, вагнеровцы и так далее. Вопрос нужно ставить так, как они реализуют свои планы. Ну так они реализуют свои планы по двум направлениям. Первое, они пытаются город все-таки охватить этими клешнями северное и южное, то есть окружить. И второе, они двигаются на Славянск. Там есть трасса как раз, которая ведет, они начали по ней двигаться. Да, Славянск еще далеко. Понятное дело, что двигаясь по этой трассе, они будут вытягивать свою эту кишку. Но я не отметаю варианта, что они, как раз их цель, самое главное, все-таки двигаться именно в сторону как раз Краматорск-Славянск. А Бахмут они оставили с мыслью о том, что украинцы рано или поздно туда сами уйдут. То есть их оттуда выдавят. То есть даже сами вагнеровцы ставят этот вопрос не так, что сейчас мы начнем штурм и займем центр города, а то, что произойдет вот такое выдавливание украинских сил вот поэтапно, и украинцы просто уйдут. Это каким важнее будет организовать оборону вот Краматорск-Славянск. А чи приїзд вже не вперше, власне, полковника, генерала-полковника Сирського свідчить про стійкість Бахмута? Ну, ні, здесь нічого, кстати, удивительного нет. Вот, Украина унаследовала очень много чего у Совка, к сожалению, в том числе представление о том, что генералы — это какие-то люди, которые находятся где-то там в штабах пыльных с картами, бумагами и там пальчиками тыкают. Нет, в Израиле высшие военачальники ездят на поле боя, это нормально, это приветствуется, это так должно быть. Ну, то есть для меня это вообще не было новостью, когда я узнал, что Сырский вот появляется на поле боя где-то там вот и ездит, но для меня это не было удивительной вот новостью. Вот понятное дело, что СМИ это так подали, что вот, ну вот, мол, смотрите, вот поехал. Да. Особенно на фоне как бы российских генералов, которые не то, что не на поле боя, они не ездят, они даже как бы на территории Украины оккупированные фактически не появляются. Мы видим, что украинские высокопоставленные лица, и Буданов, и Сырский, и даже Зеленский, как верховный главнокомандующий, вот, они периодически появляются тут, то там, вот, на разных участках. Вот, в самых таких горячих точках. Вот, и это абсолютно нормально так должно быть. Поэтому нет ничего удивительного, что Сырский лично приезжает, ну, как командующий, естественно, вот участком и обороной, посмотреть на ситуацию, ознакомиться напрямую вот, с докладами, не через посредников, а напрямую. Чи Україна перекине частину військ, які потенційно мали би бути задіяні в контрнаступі? Этого делать нельзя. Сколько Генштаб это сделает или не сделает, компетенция Генштаба, но те силы, которые готовятся для контрнаступления, ни в коем случае нельзя использовать для активной обороны. Их нужно беречь для контрнаступления. Я надеюсь, что этого не случится. По крайней мере, пока все те резервы, которые поступают и идут на это направление, на бахмутское направление, это не те силы, которые готовились для большого контрнаступления, про которого все говорят, но официальные лица украинские говорят.
Чи Росія хотіла би затягнути в Бахмут, власне, сили, які мали би піти на контрнаступ? Конечно, очевидно. Во многом они это все тему затеяли, кровавый тени толкай многомесячный. На бахмутском направлении вынудить Украину задействовать там свои силы, резервы, которые она готовит для контрнаступления. Біля Бахмута знищили близько 50 тисяч окупантів. Чи цього достатньо, щоб ось цей наступ на напрямку Бахмутському, це не лише Бахмут місто, щоб цей напад, наступ, він зупинився і загальмував? Фу, ну, смотрите, люди, они не жалеют, вот, что мешает им жалеть еще там 10-20 тысяч вот, человек. То есть мы ведь не знаем, где у них красная черта, на каком этапе вот они выдыхаются. То есть, да, мы знаем, что там есть немаленькие потери. Это вагнеровцы. У них десятки тысяч. Если туда перебросят мобилизованных, большие подразделения. Вот. То есть, нужно же понимать, что российская армия — это не та же, там, не знаю, западная, натовская или израильская армия, в которой есть вот очень такая острая чувствительность к потерям и человеческим жизням. У них же этого нет. Ну, то есть, когда мы говорим о больших потерях с их стороны, это все это вопрос о потенциале, а не вопрос о красных линиях, что вот еще 10 тысяч не погибнет, и там все хватятся за голову и скажут: «Боже мой, упаси, вот там мальчики наши гибнут» и так далее. Ну, зэки там всякие. Да и даже и не зэков им не жалко, что ж про зэков говорить. Вот, поэтому это никогда не вопрос о красной черте, когда про них речь идет. Это вопрос о потенциале. Какой еще потенциал у них есть? И какой у них потенциал есть, на ваш взгляд? Ну, я думаю, очень хорошо было бы, мы увидели возможность их потенциала. Вот если сейчас, секундочку, Бахмут вынести за скобки, ну, к нему мы вернемся. Ну, угледарское направление, там, где они задействовали вот, и мобилизованных, и кадровые российские части. Причем используя все, там, и санцепеки, и даже высокоточное оружие, которое у них немного есть, они использовали, пытались наносить удары вот, по зданиям, где, как они заявляли, были там наблюдательные пункты украинские и так далее. Ну, мы видим результаты под угледаром, это уже много тоже сказано было, не хочется повторяться, это полный разгром. Вот, а теперь, возвращаясь обратно к Бахмуту, мы видим, что, да, можно читать это с двух сторон. Как бы, с одной стороны, они продвинулись, да, вот город находится в клещах, и ситуация страшная, и украинские защитники гибнут, и каждая жизнь бесценна. Это первое прочтение. А второе прочтение, попытка взять Бахмут длится уже 8-10 месяцев. И в масштабах всего фронта и всей войны российско-украинской, это, ну, будем честными, небольшой маленький участок, стратегически никак не влияющий на ситуацию, ну, вообще всей войны имеется в виду. И вот если мы рассматриваем с точки зрения такого военного утилитаризма, ну, так это крах и разгром. Вы сожгли десятки тысяч людей для того, чтобы вот двумя клешнями охватить только город небольшой, вот, ну, какой-то крохотный участок, да и то, который у него нет стратегического значения. Ну, это как раз говорит о том, что у них потенциал отвратительный, вот, наступательный. И глобальные планы по оккупации всей Донецко-Луганских областей и программа «Минимум», программа «Максимум», естественно, и Одесса, Одесская область, и Киев, в конечном итоге подчинение Украины, ну, тут есть очень большие сомнения. Я хотел бы також вас запитати про плато. Чи зараз вже вийшли на це плато в Бахмутському напрямку? Чи ще буде нарощуватись все-таки штурми? Чи воно буде потрохи затихати через брак потенціалу? Де ми зараз приблизно? На якій стадії? Ми знаємо точно, що у них є проблеми з снарядами і артилерією. Ну, це дійсно, це не питання, це существує, це є. Вот. Вместе с тем у них продолжают работать минометы, СПГ, гранатометы, вот такие системы. Вот. Работают постоянно, все время. Теперь мы не знаем, опять же, какие у них есть резервы, которые они готовы там задействовать. Резервы используйте всегда для развития вашего успеха. То есть если они рассматривают свой успех, то что они вышли на трассу, которая идет в Славянску, если они рассматривают свой успех, то что они смогли охватить город двумя этими клешнями, возможно, у них есть резервы, они его задействуют. Вот. Но я не знаю, поэтому я не хотел бы гадать. То есть, чтобы ответить на вопрос именно с военной точки зрения, а не спекулировать как бы, как, с экспертной точки зрения, вот, то нужно знать, есть ли у них резерв там на месте, которые они могут использовать. Я не знаю, поэтому я бы не хотел спекулировать.
Ви сказали про, згадали точніше, про контрнаступ України вже, і про це дійсно багато хто говорить. От останній Олексій Данілов сказав, що буде спекотно. А чому всі про це так відкрито говорять? Тобто, чи це не є таємниця? Ще й часто називають там конкретні дати, там, про те, що він почнеться навесні, 1-2 місяці. Ну, смотрите, как там в Библии говорилось, в Ветхом Завете, вот, с хитростью веди войну свою. То есть очень много заявлений делается, естественно, чтобы врага запутать, чтобы врага вести заблуждение. Не нужно быть большим экспертом, если вы маломальски разбираетесь в военном деле, и вы посмотрите просто на публичные официальные пакеты, которые США передает Украине, только США, я сейчас говорю перед Великобританией, которая, кстати, на минуточку, да, Челленджер 2, вот танки, вот там без шведской помощи, ну и финской, например. Только США пакеты. Вы видите, что там дают аккуратно вооружение для контрнаступления, для наступательных операций. И если вы человек, ну, опять же, вот из стана врага из России, вы просто смотрите пакеты, вы понимаете, что Украина готовится к контрнаступлению. То есть это не то, что какой-то секрет, который можно утаить. Вот. А почему официальные лица это вот именно делают, ну, назовем это шоу, то есть это прямо говорят в эфирах и так далее, ну, это именно их совести, видимо, есть у них какой-то план, как было как у нас в прошлом году с Харьковской и Херсонской операциями, когда смогли Россию перехитрить. Видимо, тут тоже есть какие-то соображения. Чи цього озброєння, яке нам надають, чи його достатньо для успішного контрнаступу? Я всегда это говорил, и я повторю это в тысячу раз, в войне такого масштаба никогда вам не хватает ничего. То есть в войне такого масштаба оружие должно идти потоком, любое оружие – это расходник. И поэтому достаточно ли 100 танков? Нет, недостаточно. А 200 – недостаточно. А 300 – недостаточно. И 500 танков – недостаточно. Достаточно танков столько, сколько, когда война закончится. То же самое касается и снарядов. Вот, вот полмиллиона достаточно, а миллион, а полтора – естественно, военные решают задачи в зависимости от их сил, то есть какие есть. Будет миллион снарядов, будут решать задачи военные. Будет полмиллиона снарядов, все равно будут решать военные задачи. Просто потери будут выше со стороны украинцев, к сожалению. Это не значит, что их не будут решать. Но сказать, что есть какая-то там красная черта, вот дайте нам вот миллион столько-то снарядов, дайте нам там 321 танк, дайте нам там вот 115 самолетов, какие-то точные цифры, и вот тогда достаточно, все, мы выйдем на границу 91-го года. Нет, таких цифр не существует. І Галя, Україна стала третьою у світі імпортером зброї за останній рік. Якщо б так стало, що Україна не виконує усі завдання, які запланувала щодо контрнаступу, чи може також країна далі розраховувати на військову допомогу, власне, щодо зброї від західних партнерів? Ну, импорт, насколько я понимаю, это то, что оплачено. Теж. Не забывать, мы... Да, это то, что оплачено, то, что было закуплено Украиной. Мы привыкли слышать, что передают. И нам кажется, что все передают. Очень много видов вооружения Украина покупает. Очень много того, что мы даже видим на полях сражений. И часто говорят, вот турки передали. Например, кирпи, вот эти броневики. Я слышу, часто в СМИ пишут, турки передали, а турков... Они были заказаны еще в 2001 году Украиной. То есть это просто турки выполняют свои обязательства. Это купленные броневики. Израильские гранатометы «Матадор», которые купили тоже Украина, они куплены. Украина еще в марте прошлого года, то есть в начале вторжения, сделала бы еще заказ на эти гранатометы. Но еще много других систем, много чего не озвучивается. То, что передают бесплатно, кстати, оно же, ну, озвучивается, потому что США прозрачность, пакеты свои озвучивает. То, что Украина закупает, она никому свои списки не показывает. Мы многие вещи знаем постфактум. То есть мы видим на поле боя, как эти вот кирпи ездят турецкие. Такие, о, вот, Украина купила. Вот, то есть, да, Украина покупает и покупает много, да, третье место уже. А чи Захід буде далі підтримувати зброю України, якщо б раптом сталося так, що не всі цілі будуть досягнені? Ну, зачем гадать? То есть мы как бы сейчас гадаем, вот, удастся или не удастся. Вот, очевидно, что Запад хочет видеть со стороны Украины успехи. Более того, помощь, которая сейчас есть, она напрямую связана с успехами Украины. То есть можем обратить внимание, что после каждого успеха и реализации украинского оружия, то есть освобождение вот, северных частей Украины, когда откинули врага из-под Киева, освобождение острова Змеиное, освобождение Балаклеи, Изюма и так далее, освобождение Лимана, освобождение Херсона. Каждый раз и уровень поддержки Запада растет, и оружие, количество, его качество тоже повышается.
Чем больше есть успехов Украины, тем больше всего дают, и лучше дают, и в большем количестве. Очевидно, что если Украина проведет контрнаступление хорошо, то будет больше поддержки, больше дадут. Проведет его плохо, оно захлебнется и не удастся, тогда да, будут принуждать, не знаю, какому-нибудь там, не знаю, корейскому сценарию, например, сесть за стол переговоров с Россией, зафиксировать статус-кво. Вот. Ну или если не принуждать, то, по крайней мере, больше будет про это, как бы, те, кто лоббирует такие взгляды, они, у них больше будет аргументов и сил. Все эти успешные операции, чи це хорошая реклама для зброї, для виробників? Да, и нет. Смотря какие мы смотрим, просто в Украине используются как старые, древние системы, так и новейшие. Ну, очевидно, что HIMARS, конечно же, получил такую рекламу, которую не получил бы никогда, и боеприпасы к нему. Какие-нибудь, кстати, Айрис-Т, например, те же. Вот это да, несомненно. То есть вот это теперь знак качества. То есть в будущем, если вы хотите себе хорошее ПВО, вот, вы будете стучаться к немцам за Айрис-Т. Если вы хотите хорошую дальнобойную систему, вот, вы будете стучаться к американцам за Хаймарсом. Вот здесь да, конечно. Пригожин, лидер террористичних формувань Вагнера, заявив, що він буде перезапускати це формування. Як це буде виглядати орієнтовно і чи є потенціал для цього? Пригожин пытается выжить, и естественно, что ожидаемо, естественно, его давят вот российское министерство Минобороны, и он сейчас понимает, что после того, как эпопея вот с Бахмутом закончится, мы сейчас допустим, как они это рассматривают, они рассматривают, что Бахмут падет, и они его возьмут и так далее, он понимает, что следствие могут окончательно от него избавиться. Поэтому он закидывает, во-первых, много, ну, везде удочки, вот всюду. Плюс создается все больше и больше инфраструктуры. Вот, например, мы слышим, как в самой России постоянно открываются и Вагнер-центры всевозможные, и центры такие вот комплектации добровольцев, и чего только нет, и всякие окопы где-то копают, и какие-то там у них эти сейчас детские какие-то лагеря, этот Вагнерёнок и так далее, всех другая хиния. Вот. Это все делается с одной целью, вот, создать себе максимально как бы жирка накопить как можно больше, чтобы выжить его, вот, не прихлопнули, или он не стал каким-нибудь вторым Гиркиным. Аля. А взагалі, чи є люди, які, ну, навіть не чи є, очевидно, що вони є, чи їх масово може бути після того, як ти бачиш оці щоденні цифри втрат російських? Там от останні Міноборони Британії повідомило, що половини зеків вже знищили. Так для них це ж не показатель. Тобто для костяка вагнеровского, то есть это профессиональные военные, такие псы войны. То есть, ну, зэки, там, десятки тысяч зэков были утилизированы. Ну, или их это вообще абсолютно никакое, не является, как бы, критерием, который что-то должен иллюстрировать, показывать. Угу. Путин встречается с Кадыровым. Про что такие встречи взагалі могут говорить? Не знаю, это политические вопросы, я как бы все-таки в политику стараюсь не лезть, вот это не моя тема, о чем они там могут говорить и что там происходит, там, и то, что Кадыров болеет, и Кадыров то, и Кадыров это. Очевидно, что Кадыров, да, как один из таких источников силы, ну то есть у него есть своя как бы вооруженная группировка, не относительно не маленькая, вот. Очевидно, что при тех или иных раскладах в России, да, вот, если у нас будет распад, разлад, смута какая-то, то Кавказ вполне может и отделиться, и начаться какие-то там серии войн и так далее. Но это все прекрасно понимают, в том числе в Кремле понимают, кстати, Кадыров тоже понимает. Вот. Ну а что там именно в плане политических, все-таки это не моя тема. Как кадыровские войска себя показали в Украине? Ваш погляд. Так, много сказано было, да никак не все не показали. Вот. Причем мы, ну, над ними смеялись, да, ТикТок ВСК, но нужно понимать, что это не то, что там они поголовно трусы или что-то такое. Ну, можно допустить, что там есть и не трусы. А просто Кадыров целенаправленно их берег. Ну, Кадыров человек не глупый. Он просто их берег. Он понимал, что. И особенно вспомним, где они были впервые засветились, под Киевом. Причем есть несколько первых боев было, когда они были, попали именно в бои, то есть их там побили жестко. А он понимал, Кадыров, что если дальше продолжать так их использовать как вот боевые подразделения, то быстро у него его армия закончится лично. Поэтому дальше он их только берег. Когда он увидел, что ситуация под Киевом вот, сложилась не в пользу России,
Он человек, как и любой, как бы сидборит правитель, такой вот хитрый диктатор, он умеет как бы смотреть на год, на два, на три вперед. Они не живут одним моментом, как бабочки однодневки. Он понимал, что, видимо, дальше в России будет, может, дело еще хуже. Ну а когда дела совсем плохи, когда вот начинается смута, то решает тот, как говорил Мао Цзэдун, винтовка рождает власть, решает тот, у кого есть группировка с солдатами, войсками. Когда у вас есть свои люди вооруженные, у которых есть монополия на насилие. Поэтому он делал потом все, чтобы сохранить максимально вот, свою личную армию. Отсюда вот это все тикток-войска. Галю, я сьогодні побачив на інсайдері фотографії з Москви, де вирубують парки та заповідники, там ставлять нібито ППО. Від чого буде оборонятися Москва? Ну, так, звісно, там і на цій, скільки там, пару кілометрів від Кремля, на крышах здання ПЗРК ставили. Так, так, так. ЗРПК, ЗРПК панцирі ставили. Вот. Ну, видимо, вони ожидають, що там произойде, ну, удачі їм. Вот, думают, какие-то кто-то прилетит, кто-то и будет бомбить. Вот. Это очень забавно, что их дискурс, все ПВО, вся авиация, все ПВО и так далее, Украина уничтожена, Украина за три дня, все, мы входим в Киев, до момента, что они начинают разворачивать силы противовоздушной обороны вокруг Москвы и ожидают каких-то ударов по Москве, как будто кто-то Москву собирается бомбить. Вот. Но раз если есть такая информация, они так думают, ну, пожелаем им удачи еще раз. Я хочу лише уточнити, на ваш погляд, це перестраховка від безпілотників потенційних, які можуть бити, чи це, можливо, навіть підготовка, що умовно, абсолютно умовно, там, наступного року наші військові на F-16 там будуть? Ну, Україна не наносить удари по России, это официально заявлялось уже много раз, и даже если будет F-16, это платформа для того, чтобы выйти на границу 1991 года, вот, то есть будут наноситься удары, естественно, по оккупированному Крыму, будет топиться флот, будут наноситься удары по логистике их и так далее. Вот. Если они думают, что F-16 будут аж лететь до Москвы, ну, русские так думают, но опять же, еще раз удачи. Но я бы так не тратил бы эти самолеты, вот, зачем? Ну, то есть, та эскадрилья 2-3, которые Украине вот передадут, нужно использовать для освобождения своей территории. Зачем лететь аж в какую-то Москву, черти куда, и тебя могут сбить. Украина отримує винищувачі? Это вопрос времени, я думаю, в конечном итоге да. Вони можуть бути задіяні вже під час цього контрнаступу, але, ну, скажімо, не першої хвилі. Ну, контрнаступление Украины, даже если начнется весной, летом, оно не закончится. То есть, потом будут следующие, да, этапы. Очевидно, что у нас и осенью будет. Все зависит от того, когда летчики начали подготовку. Если летчики начали подготовку еще в прошлом году, и от нас просто скрывают, и вот эти обрывки информации, которые до нас долетают из США, вот это все действительно правда, то да, ну, самолеты могут быть хоть весной, если летчики вот, проходили. Но если летчики начнут сейчас подготовку, то это, ну, там, минимум, не знаю, 7-8 месяцев, только к концу года. То есть все зависит от того, когда летчики начали подготовку. И наземный персонал. Щоб підготувати хорошого льотчика, це потрібно півроку орієнтовно? Ні, для того підготовити хоч какого-то льотчика. Щоб підготовити хорошого льотчика, це годи. Ага, зрозуміло, зрозуміло. На сам кінець, Галю, хотів би вас запитати, це дещо також політичне. Путін буде зустрічатися зі Цзіньпіном. І взагалі є реальність, що Китай може вступити в цю війну на боці Росії? Не дай Бог. Ну, имеется в виду по помощи оружием. Прямая помощь оружием. Вот, и, ну, на стороне России. Ну, и не дай Бог, потому что в Китае потенциал неисчерпаемый. То есть, они там еще со времен Мао Цзэдуна наштамповали количество вооружений огромное. Вот, и у них экономические возможности тоже не маленькие. Вот, поэтому не дай бог, если Китай начнет массово, много, открыто военным оружием помогать России. Что насамперед России потребно с китайской зброей? Да, так там, ну, так ну, у армии России есть проблема во всем, начиная с экипировки, обмундирования. Нужно все, шлемы, бронежилеты, средства связи, рации, системы для танков, инженерные системы, вот, ну, просто все. Ну, то есть у России сейчас
кризис и полная деградация в плане всего технического обеспечения армии. Потому что они размораживают и расконсервируют БТР-50, и их там фабрики могут там по 7 танков, недавно прилетела новость, Т-62 вот, восстанавливать. Это же нет хорошей жизни, как раз указывает на то, что это полную деградацию. Mm-hmm. Вот. То, что там мы увидели, на фронте засветились иранские бронежилеты и шлемы, ну то есть какой-то Иран, да, Вторая армия мира в кавычках, вот присылает вот бронежилеты и шлемы, говорит о том, что у них нехватка всего тотальная, абсолютно. Ну плюс сами же эти российские военкоры, и там пропагандисты и так далее, они все указывают на то, что есть колоссальнейшая, огромнейшая проблема со связью. Просто связь не работает, она плохо налажена, плохо организовано. Тобто будь-яка, в принципі, допомога з Китаю це буде для Росії вже так хороше. Говорять, що гуманітарно там имеется в виду, ну, не воєнні грузи. Вот. Что-то там они там американцы тоже говорят, что-то они посылали. Но речь идет именно о военном, то есть угу. Снаряды, конечно же, вот, то есть снаряды, системы связи, рации, обмундирование, вот системы для машин, для танков, вот это все. Ви тільки що згадали про снаряди. Росія відчуває вже снарядний голод. Да, я ж до этого вот упомянув, что вот на тому же Бахмутском направлении артиллерия врага почти не работает. То есть там работают минометы, работают гранатометы, СПГ всевозможные, такие вещи. Танки, кстати, одиночные там стреляют. Они танки используют как артиллерию. Но у них есть проблемы со снарядами, это объективно, да. Это не ПСО и не вбросы. Вот. Это не то, что у них их вообще нет, артиллерия их работает, но это уже не как в прошлом году. То есть действительно есть большая проблема с количеством снарядов. Плюс им нужно везти из глубокого Сибири, это очень долгая логистика. Вот те снаряды, которые они где-то удается достать. Вот, поэтому не дай бог, если Иран подключается в эту войну на стороне России, это мало не покажется никому. Калю, я дуже дячний вам за розмову. Да, спасибо вам. Дякую. Про ситуацію на фронті говорили з Ігалем Левіним. Це є військовий аналітик, а також офіцер оборони армії Ізраїлю. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.